Всем привет, с вами XNIGHT, и сегодня я продолжаю играть в Five Nights at Freddy's 2. Сегодня я совершенно один, но при включенном свете. Вот один плюс. И у меня час ночи. Начинаем. Заткнись. Так, в первую ночь мы можем ничего не бояться, так как эти писюны к нам не придут. Там-тра-па-па-па-пам. Тут никого нету. Тут кто-то заселит. А, так, тут тоже никого, тут тоже никого. Здравствуйте. Тут никого, тут никого. Ах. А вот это вот я не могу комментировать, когда вот такая напряженная ситуация, и никто из не сидит, не говорит ничего. Я сейчас даже Андрей бы не помешал. Даже молчащий Славик. А мне кажется, что у меня игра заглючила. Потому что час ночи. Чёрт возьми, у меня уже нет одной батарейки! Так, сегодня я не буду снимать наушники. Быстро пройдем по всем камерам. О! Блин, вот батарейка, давай не кончайся. Чё за... Заяц! Заяц! И цыпа! Ай, блин, забыл. Извиняюсь, то, что я так молчу, просто я сосредоточен. Короче! Я смотрю на экран. У меня отключился сейчас фонарик. Цыпа, здорово. Чё ты принесла? Уйди отсюда. Ну, мне кажется, сейчас кто-то прыгнет. Я не боюсь. Нет, я боюсь. Мишаня, по-братски, свали.
Тут кто сидит еще? Свали по-братски, слушай, 4 часа утра, давай. Кто-то ко мне еще лезет. Ох, ёкарный бабай. Хрен ты сюда пришел. Сейчас еще призрака надо будет успокаивать. Тут никого? Тут никого? Тут никого. Быстро, призрак. Призрак! Нормально, нормально. 4 часа утра. И сейчас кто-нибудь прыгнет, это точно. Заново. Заново, заново, заново. Ах. Вот эта вот тишина мне просто-напросто бесит. И сейчас кто-нибудь прыгнет, стопудняк. Ну, пожалуйста. Мать твою! Давайте еще раз. Мне понравилось. Трашки по коже. Ай. Не, ну нечестно же так, а. Ну, ребята. Я же мирный все-таки был. Да-да, блин, я испугался сейчас, когда открыл ноутбук. Ах. По сути, они прыгают одинаково и крик одинаковый. Просто надо к этому привыкнуть как-то. А, и следить только за призраком. И все. Кстати, в одном из видео Максима, который он недавно выпустил, я издевался над Максимом, так сказать. Кто не знает, ZDUP Gamer. Короче, он играл в эту игру, говорил так: я один играю, типа, все нормально, не страшно. Так вот, я над ним решил прикольнуться и проучить эту вонючку, так сказать. Когда надо было призрака успокаивать шкатулкой, я сказал ему то, что забудь про призрака, у тебя тут зайцы, медведи, лисы. И это было просто-напросто для него очень страшно, и не знаю, как даже прокомментировать это. О, вот эта тишина мне не нравится. Может, хотя бы музыку включить, что ли? Час ночи. Я придумал. Сейчас возьму чит энджин и ускорю время в игре. Я ж хитрожопый. А зачем тебе вентилятор? И главное ли... Ой, блин. Зачем ты так меня пугаешь? Ух! Штаны надел. Так, с 2 часов ночи они начинают приходить, да? Отлично. Так, у меня до сих пор мурашки по коже бегают. Вот это вот мне нравится почему-то. Я ничего не открываю, просто сижу. Давайте выпрыгните на меня, я закончу серию. Пожалуйста, по-братски. А.
понятно. Начинается, дорогие друзья, начинается. Начинается, начинается. Ой, боже. Ай, начинается. Призрак. Мне... Я боюсь волка. Вот кого я больше всего. Почему-то. Сейчас на меня кто-то прыгнет, да? Нет? Да неужели? 3 часа ночи. Ай, зайка. Ба! На! Ба! Нет, блин. Ах. Цыпа! К нам пришел Цыпа. Цыпа ушел? Да, Цыпа ушел. Призрак. Идиотский ты. Сейчас будет бум, 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 бум. Не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Да. Кто-то опять ползет ко мне. Пом про по 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 пом про по пом про по пом про по пом про по пом. Ой, мне не страшно. У меня есть тортик. Зайка, здравствуй, мать твою. Чё зыришь? Вали отсюда. Я не боюсь тебя. Сейчас будет ба! Нет. Открывай свой ноутбук долбанный, из-за которого нас могут убить. Как ты можешь смотреть так ноутбук, то что у нас... А-а-а! Сейчас будет бум! Сейчас будет бум! Бум! Бум-бум! А-а-а! Так. Ты неужели выживем этой ночью? Аллилуйя, мы выжили этой ночью. Мурашки по коже. Ай, как почти... Где же Андрей? А где же все? Сейчас ночи. Завтра в школу кому-то. Пусть болтает, хоть кто-то будет болтать. Я просто сейчас хочу короче, блин, быть только настроенным на эту игру, чтобы просто не испугаться. Просто сидеть и не пугаться. Я чё, ребёнок, что ли, пугаться этого, а? Час ночи. Ванханалия начинается с двух. С двух до шести.
Ванханалия с 2 до 6. Хочешь экстрима? Что? Мотафака? А, понятно. А, мне не страшно, все, успокойся, блин. Не обращайте внимания, я сам себя настраиваю. В смысле, он перестал говорить? За что мне такая участь, а? Hello. Мамочки мои. Опять эти игрушки. Я ничего не боюсь, все. Ба! Саново. Цыпа, пошла вон отсюда. Хотя, Цыпа, давай дружить. Давай дружить. Все, я сижу. Тут Мишка, тут никого нету. Тут Мишка. А, фонарик, мазафака. Все? О, здорово. Братан, здорово. Я тоже говорю здорово. Ты ж брат мне, да? Сейчас, надеюсь, вы меня не испугаете. Сломанные игрушки. Сейчас он наверняка прыгнет. Как хорошо, как мне не страшно. Ой-ой-ой, кто это? Что за... Мне не страшно. Мне не страшно. У меня есть... Фастунгель. Что ты смотришь на меня, а? Уходи отсюда, по-братски. Так. Hello. Типа, уйди отсюда, пожалуйста, по-братски. Мне самому страшно, но... Не страшно, у меня есть фастунгель. А почему о фастунгеле я что-то заговорил? У меня есть тортик. О, мини-игра. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Эта игра тоже нас испугает как-то, да? И чем она должна сейчас нас испугать? А что за фигня? Вы мне объясните. Ладно, ребят, если вам понравилось, я могу еще снять уже со второй ночи. Ну что же, а с вами был Xnavity и игра Five Nights at Freddy's 2. Всем спасибо, всем пока-пока!